Сейчас мы вам продемонстрируем отработку команды ко мне. Порода среднеазиатская овчарка, кличка Берта. Возраст щенка 3,5 месяца. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство. И все команды на первом этапе обязательно подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Команда ко мне – это индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте ее в уединенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе чем-то подкрепляем команду ко мне. Ко мне? Хорошо. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Гуляй. По команде гулять собака должна гулять. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, ко мне. Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается. При начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать поэтапно. Сильно не прессингуйте собаку, так как это глубоко еще щенок. Возраст щенка 3,5 месяца. Хорошо, рядом. 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 Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Сидеть. То есть это мы вам продемонстрировали отработку команды ко мне. Порода среднеазиатская овчарка, возраст 3,5 месяца. Кличка Берта свою работу окончила.